Готовим картофельные драники, и для этого вам понадобится картофель, мука, лук, масло, соль, перец, яйцо. Картофель натрите на крупной терке и выжмите из него как можно больше влаги. На мелкой терке натрите лук и отправьте его к картофелю. Добавьте все остальные ингредиенты и тщательно все перемешайте. На хорошо разогретую сковороду налейте подсолнечное масло, ложкой сформируйте драники и обжаривайте по несколько минут с двух сторон. Подавайте с зеленью и сметаной. Приятного вам аппетита!